Губернатор края Александр Ткачев рассказал, что региональные силы были задействованы прежде всего в охране олимпийских и краевых объектов от возможных антитеррористических атак, тем самым обеспечивая безопасность жителей края, участников и гостей Олимпиады. Также стояла задача противодействия незаконной миграции, недопущения разжигания экстремизма в регионе. Для охраны общественного порядка в Сочи во время подготовки и проведения зимних игр был специально направлен отряд из 500 казаков. Профилактику терроризма в городах и районах края осуществляли 44 антитеррористические комиссии и 12 постоянно действующих рабочих групп. При этом, как подчеркнул Александр Ткачев, работа по предупреждению проявления экстремизма и терроризма в крае организована на постоянной основе. О проделанной работе доложили руководители краевых органов ФСБ, МВД и МЧС.